дорогие туляки, товарищи воины-десантники, сегодня, накануне празднования дня города-героя Тулы и Тульской области, проходит очень знаменательное торжественное мероприятие. Мы сегодня присутствуем при историческом факте. Это действительно заслуженное решение президента. Ну, лучше, чем президент, не скажешь, в указе сказано четко, за что и за какие подвиги и достижения нашей дивизии присвоено звание «Тульская». Более 70 лет дивизия служит. Служит своей стране, служит России. Большую часть своего пути она расположена в городе Герои Туле, и мы, туляки, жители области, гордимся тем, что дивизия, 106-я дивизия, расположена здесь. Сегодня дивизия будет носить новое имя. 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская краснознаменная ордена Кутузова дивизия. Это исторический момент. И уверен, что каждый боец, который присутствует сегодня здесь, во время этого ритуала на всю жизнь пронесет этот день своей памяти. Я желаю вам успехов. Успехов в боевой подготовке. Я желаю вам мирного неба над землей. Я желаю вам счастья и крепкого здоровья. Спасибо. От имени командующего военного совета разрешите поздравить дивизию с присвоением почетное наименование «Тульская». Вам, товарищи прапорщики, офицеры, сержанты, солдаты, предстоит доказать, что вы по праву носите это наименование почетное, которое присвоил вам президент Российской Федерации. Командование военный совет видит в вас одно из лучших соединений, которое будет добиваться высочайших успехов. Но я прошу вас помнить, уважаемые солдаты и сержанты, товарищи офицеры Тульской дивизии, что вот в этом названии еще и весь огромный ратный труд туляков, начиная с 16 века. В этом названии пот и кровь туляков, воевавших в Великую Отечественную войну. В этом названии подвиги 460 героев Советского Союза туляков. В этом названии ратный труд оружейников нынешнего поколения. Поэтому гордитесь этим и несите эту ответственность на своих плечах дальше.